Всем привет! Сегодня будем смотреть машинки Обамы, наверное. Давай начинать. Новые машинки. Я уже очень долго жду, пока ты построишь новые машинки. Я в прошлый раз показывал одну машину, но она была не достроена. Сейчас достроена. Какая машина? А почему все твои машины наверху еще стоят? Ну да, я что-то помню вот про это. Ну, это удобнее так у меня просто. Так. Ну, хотя да, потому что потом приходится этим шпателем поднимать, а когда шпателя не было, ну, не знаю, так тоже прикольно. Это подчеркивает, что постройки принадлежат Обаме. А ты что тут делаешь? Это дрифт-машина. Постреляй с пушки, пожалуйста. Я стреляю. Чтобы дым пошел. Короче, надо вызывать дым магическим способом. Все, я вызвал дым. Садимся и подстрелим пушки. Тоже тебе на почте хуй, я лучше отойду, что машина на меня упадет еще. Тут тоже все без коллизии, в принципе, как раньше, да? А то теперь мне есть место. Да. Так, ну, поршни сделай. Так, ну что, показать. У тебя есть какая-нибудь трасса, дорогу? А, трассу? Ну, да. У меня нету. Может, сделаем? Я сейчас покажу. Ну, ладно, давай. У меня есть, но там старая, но она сойдет. Да, сойдет. Но я просто трассу не строю никогда. Я либо постройки строю. А почему дыма только иногда появляется, не всегда? Или так? Посмотри, сейчас я открою, тут не показывается. Еще там назад вроде бы надо. При нажатии газа просто поднимается механизм и дым идет. А, ну да, то просто так всегда будет дым. Ну, прикольно ты придумал. Там на сервоприводах типа поднимается, да? О, у тебя трасса была? А почему ты мне ее раньше не показывал? Она, ну, такая страшная чуть. Страшная? Ладно. Ну, это крутая трасса, в принципе. Там даже машинки она есть, да? Она старенькая тут. О, старенькие машины твои. Сейчас посмотрим. Они держатся на приеме. Ну, прям очень старые машинки твои. Ой, тут ничего не нажимать. У тебя вообще такие крутые машинки, а вот раньше были такие, да? Ну, тоже красивые. Новые вообще красивые. А можно мы тут, я тут тоже попробую покататься. А руль там ты задвигал, он крутится, что ли? А, да, он поворачивается. Там у него ограничитель есть, да, ограничитель. А как вообще на этом ехать? Блин, у меня не получается. А оно дрифтит. Если бы в билд-роботе можно было бы ломать машину, тогда бы тут уже ничего не осталось. Ну, это сложно. Сейчас у меня на старом тоже есть. Она вообще дрифтит, прям очень сильно. Ну да. А можно дрифт как-то поменьше сделать? Ну, попробуй на У нажать. Русская. Ай. Тогда, правда, вообще не будет дрифтить, но поменьше. Стоп, ай, русская? То какая? У русская. А, У русская. Ой, я настолько кнопок понажимал. Да, теперь она вообще не дрифтит. Ой, у меня колесо в трассу заехало, смотри. Где что? О, господи. Ты что сделал? Прыгнул, и машина подлетела аж. Вот что у меня с машиной. Надо как-то починить. Колесо. Это проблемы, баги. Небольшие. Да что такое? Я водить не умею. Может, ты будешь водить, а то у меня не получается. Ах, и безвыходная ситуация. Я чуть-чуть под картой. А, я стоп. В пушку залез. Как ты в пушку залез? Стой там, я тебя сейчас спасу. Одевай джетпак. Вон там портал стоит, видишь? Да, портал, да. Залетай в портал, чтобы выжить. Супер спасение. Сейф момент. Давай, можешь ты поводить? Да, а, тут мне места нету. Мне стульчик можно? Берем. Пожалуйста. Да, 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 сейчас. Так, тебе надо вот сюда. Не-не-не, это скучно. Я хочу быть на самом интересном месте. Ну, обычно на машинах прикольно там наверху ездить. Да. Давай, катайся. А где? А тут еще много. А я там на кнопки нажимал, я не знаю, что случилось. Я сначала нажимал на У английскую, потом на Ай английскую, потом на русскую. Короче, я много чего нажимал. Так, ну она дрифтит, но у тебя лучше получается ехать. Да-да-да. Супер водитель. Можно, в принципе, к следующей машине перейти. А, ну ладно, давай. Ну, только если... Ну, смотри, тут еще есть... Посмотри назад, машину, назад. Смотрю назад, что там? Там сзади, дрифт. Сзади. А, сзади машины? Mm-hmm. А, когда ты нажимаешь назад, то тогда вот там, да, загорается фары. А спереди? Еще на руль. На руль? Ну, руль я видел, поворачивается. Да. Поверни. А, стоп, там спидометр поворачивается. Да. От скорости, да, зависит? Ну, от времени. Оно постоянно 55 идет. Блин, прикольно. Можно я попробую спидометр включить? Так, там же фиксация включена? Вот. Да.
У меня максимальная скорость. Я же машина дымит. Это как настоящая машина прям работает. Вот мы, когда машина типа забуксовала, такую еду, там сзади дым появляется аж, и спидометр скорость идет. Даже руль поворачивается. Блин, супер реалистично вообще. Когда люди машину делают, даже такое не учитывают. Только знаешь, чего не хватает? Не хватает того, что дверь не открывается. Ну, если бы открывалась, тогда бы... Сейчас перейдем к следующей машине, я просто объясню, почему я тут не сделал. А, ладно, давай. Давай. Так, ну и что? Следующая машина. Ну там легко, я могу тебе показать даже, как сделать. Потому что когда двери открываются, вообще прикольно. А, еще одна машина? Да, это тоже новая. Я где-то ее уже видел, помню. Три штуки построил. Да, я скидывал в группу. Нет, ты стрим приходил. Я помню. Да, точно. Фонарик. И что, на руку можно надеть? Это выхлопная труба. Я думал фонарик. Я думал, почему он так странно стоит вообще к ноге? А там еще подвеска есть, что ли? Вон, я смотрю, там внизу. А, она не рабочая. Декорация, да? Да. Ай, блин. Ну тут же машина без кондиции. Нормально. Так, вот тут дверь открывается. Даже мотор открывается. А почему на той машине такого не было? Не знаю. Ну ладно. Закроем все. Так, ну, тут тоже дрифт есть или нет? Нет, тут дрифта нету. Можно я покатаюсь? Эту машину я делал где-то, может, меньше месяца. Почему машина праворукая? И, кстати, так на всех машинах. На самом деле, оригинал должен быть праворуким, но я просто не ту фотку посмотрел и случайно его сделал с другой стороны руль. Ну просто на дороге это неудобно бывает. Ну да. Так, ну тут даже колесо закругленное, я вижу. Решетка эти, вообще красиво, короче. А у меня так лагает, что даже робокс подстраивается под низкое качество. А, серьезно лагает? Не, у меня подстраивается робокс под низкое качество из-за этого. Сейчас я сделаю. Качество сделаю. Ой. Мы режемся. Оно само ехало. Попали. Сейчас я выйду отсюда. Ну тут декора очень много, а там тут еще кнопки какие-то есть. F. Это фары, типа. Так. Кейпад. По-моему, что-то лишнее. А кейпад — это чтобы поставить все на место. Это лишнее, не надо нажимать. Это не надо нажимать. Эту машину трансформер может стать вот такой. Ой. Сейчас я верну на место. Трансформация. Так, а что тут вообще все открывается? Мы посмотрели то, что вот это открывается спереди. Двери открываются. А сзади багажник не открывается? Хотя тут нет багажника. Не открывается. Ну и двери открываются. Она такая чисто красивая и вся. Да, у прошлой машины было много функций прям. А в двигателе что-нибудь есть? Нет, ну что-нибудь тут крутится. Ну ладно. Стой, подожди. Фоточку на память можно? Вообще для картинки. Да. А, мне дойти или куда стать? Не, просто стой. Помнишь, ты меня давно спрашивал этот, как в официальную группу подстройки скидывать? Понял, я могу тебе потом сказать, если хочешь. Хорошо. Потом скажу. Так, ну давай тогда дальше. Ты куда? Я никуда. Вообще лагает, все лагает прям. Ну, простите. Машина разлагается. Самая красивая. Самая красивая. У нее вроде как 3000 блоков стекла. Стоп, ты из стекла только строишь? Я думал, ты из золота строишь, а ты из стекла? У меня золота не хватит. Почему? 500 всего лишь. 600. Я думал, ты из золота строишь, оказывается, у тебя машины стеклянные. У меня так все лагает, я даже не могу ничего взять. Я думал, все из золота машинки. Они из стекла, оказывается. Тут тоже, кажется, много всего есть, да? Сейчас, подожди, тут я... у меня чуть кривой руль. Надо его тут подредактировать, и он начнет, крутиться. А то он приморозит. Там внутри еще градиенты есть. Тоже красиво вообще выглядит. Где? Так, ждать надо, да? Вот все, собралась машинка. Только она очень-очень лагает. Это самая красивая машинка. А где тут 3000 блоков поставил? Тут блоков максимум 50, да. Возьми... Как это там? Общее строительство. А я не смогу, мне на другую... Сейчас, я перезайду тогда в команду. Я зашел в другую команду, и мне золото за что-то дали. Ладно. Пускай меня в команду. Так. Все. Дал режим. Сейчас.
А чё, это платформа столько, что ли? Что? Платформа столько, что ли? Какая платформа? Сейчас выделю. А да, тут 5000 блоков. Я шпателем сделал. Но я не вижу тут, где бы столько блоков стояло. Ну ладно. А они только мелкие. Он такой круглый, там много треугольников. Нет, ну это кубики отдельно. Но я, чтобы прям все блоки такие. Полноценные. Ага. Ну так-то да, поменьше. Ну тут сзади много. А это та машина, да, которую ты строил, помнишь, когда я к тебе заходил? Да. Вот я её строил 2 месяца. Что это? Йо. А, стоп, тут есть 5000 блоков, все это стекло. Стекло силы немного. Ну давай попробуем билд-э-бот пройти. Все-таки 5000 деталей. Наверное, получится. Каждый блок будет ломаться. А, у каждого стеклянного блока только одна сила. Ну ладно. Ну 5000 блоков, наверное, хватит. Ну, конечно, мы не все блоки будем ломать. Блин, так. От первого лица. Так лагает. От первого лица? Ого! Ну, у тебя на всех машинах. Я кое-что заметил, один баг. Когда я руль поворачиваю направо, то он поворачивается налево. Это сейчас пофиксим, подождите. Тут с рулем небольшие проблемы. Он поворачивает задом наоборот. Сейчас. Стоп. Ой. Руль вообще. Что-то. А его кто? Он провернулся. Ну ладно, на руль не будем смотреть. Этого мы не видели. Все нормально. Только у тебя там все без коллизии, я не знаю, как оно будет работать. А тут все еще открывается, мы забыли посмотреть. Назад. Ну, кто может, или надо остановиться. Давай на ближайшей команде. Надо полный обзор сделать. Вот тут. Ну тут на воде не будет удобно. Тут открывается вот это. Еще двери, я помню, открываются. Ну ты когда с Фрогджином тут, помнишь, минуту назад сидел? Да. Я про это вспомнил. А где кнопка, чтобы дверь открывать? Сейчас. Я сделаю их видимыми. Они такие незаметные. Вот. Так, вот тут кнопка, да? Плюс там механизмы просто мешают очень сильно. А тут еще вот это, она не просто поворачивается, она 2 раза поворачивается. Так, сейчас тогда закрыть надо. Еще сзади что-то открывается. Багажник. Еще попробуй поворачивать за рулем. А, или я, давай, я. А что происходит? На руль. Что происходит? А, ой, я не слышу. Так. Ой, а что ты сделал? Смотри сзади. Колеса. А, вижу вот это. Приподнимается. И незаметно, да, есть. Маленький спойлер. Колеса на заднем. Там 5 градусов поворот. Ну вот я это и смотрю. Так, а можете двери закрыть? Ладно. Ну, поехали тогда. Ты будешь водить, да? Если у тебя не лагает. Ну, у меня так может 20 FPS. А, ну если хочешь. Стой! Ой. Нет! Я даже от воды урон не получаю. Прыгай назад, прыгай. Давай сюда! Сюда! Остановись! Я уплываю слишком быстро. Нет! О, все, сели. Все, залез, давай, поехали. Ну, мне кажется, только колеса будут ломаться, потому что там у тебя все без коллизии. Не, будет все ломаться. Вроде. Все, две двери отвалилось. Сейчас я спереди коллизию включу тогда. Или не надо? Не надо, а то все подваливаться там. Тогда надо тебе колесами врезаться. Чтобы у колес есть коллизия. Сейчас проверим. Смотри, передом сейчас аккуратненько подъедем. Ну вроде я не колесом-то зацепил, но там ничего не изменилось спереди. Ну давай передом ломай. Ну как хочешь, ломай, просто главное. Видишь, там без коллизии камни тоже проходят. Сейчас весь внутренний декор сломается. Сейчас. От первого лица прикольно выглядит вообще. Меньше. Давай. Быстрее тут! Тут надо быстрее! Не-не-не, надо тест-драйв и вам сломать его. Надо скорей. Давай! Нет, все, у нас уже проблема. У нас уже нет одного колеса. Оно как бы есть, но его нету. Стоп, надо у него коллизию включить. Не, ну эта машина очень лагает, мы ничего не можем сделать. Может у него коллизию все-таки включить? Капура хотя бы. Остановиться можешь? Уже разламываем. Тебя ладно, давай, поехали. Ой-ё, что? А что ты нажал? Коллизию включил. У чего? У всего? Нет. У блока только одного. Ну. Ладно, нормально. У нас настолько лагает, что даже камни не ломаются. Сейчас объедем. На такой лагучей машине все-таки пройти невозможно. Возможно. Не, нормально. У нас просто слишком много камней. Не, ну посмотри, камни даже не ломаются-то. Вот я могу сейчас даже на воду выпрыгнуть, урон получать не буду, наверное. А ты у меня сидишь в машине сейчас? Ну я сижу, да. Мы стоим на камне, не можем с него выехать. Сейчас. А вот сломался. О, крокодил. Ну все, да, тут сломается точно. Нет, тут не сломаемся. Первый человек, который смог на кувшинку заехать и ничего не сломать себе. Кувшинка-то ломается. За нами крокодилы охотятся. Уезжай отсюда. О, так.
здесь лайфхак. А тут смотри, тут камни не ломаются-то вообще. Ой, блин! Ты куда? Все начало сразу ломаться. Вот сейчас отлагало, и все блоки, которые должны были сломаться, начали ломаться. Короче, у нас ничего не ломалось, и сейчас все сломалось, короче. Побежали, машина догонит. У меня сломалось кресло, и мы в итоге не доплыли. Не, пошли, доплыли. Мы пешком дойдем. Давай, тут недалеко. Воду включим. А куда она едет так быстро? Надо остановить. Пошли. Что, у тебя весь ПВП включено? Стой. Ты чё, не надо? А чё? А я... Саблю убери. Я сел. А я застрял почему-то. У меня... Ладно. ...баг произошёл. Я невидимый. Эх, придётся тебе там на... А, ты невидимый? Да. У тебя хуманоид парт сломался. Не, ну машина там, я смотрю, она уже проезжает. Я хочу посмотреть, машина сможет доехать или нет. А у меня... Ты же невидимка, давай, беги. А как тебе сказать, помнишь тот баг, когда с помощью пистолета можно было отрывать себе конечности, да? Ну и да. Вот я сейчас только... Я тело. Я тело и голова. Я просто лежу. А, я понял, ты себе хуманоид парт сломал. А, я тоже достаточно. Ну, я не догоню машину. Машина уехала. Я вернулся на базу. Ты где? Привет. Это со снежной пушкой такой баг, то, что можно сломать себе. А, да, не тебе стрелял, точно. Так, что еще показать? Ну, машину мы обзор сделали. Ну, по сути, там все. Больше ничего нету. А что, у тебя реально все истекало? Ну, все тогда, спасибо тебе. Что? А, я сказал спасибо. А, не за что. Так, ну, у тебя тут 35 тысяч, ну ладно. Ну все тогда, пока. Всем пока. Ну, да, пока.